Я просто говорю, Артем нарушал. Я знаю это. Да, но я первый придумал. Я поэтому хочу. Я просто уточняю, в какую сторону ты хочешь нарушить правила. А вот, я не буду уточнять. Просто... Мне скажите, что я нарушу, а потом я нарушу. Сереж, ты за то, чтобы. Ну, я правила? За то, чтобы каждый из нас по одному разу мог нарушить Окей. правила. Окей. Вот. Давай так. Несмотря на то, что говорят твои коллеги, несмотря на то, что говорю я, да. несмотря на то, что говорит зал, решение за тобой. Вот, несмотря на то, что говорят коллеги, я готов добрать, чтобы просто было. Какую команду? Саратов спикал, я добираю. Тогда ваши аплодисменты Институту культуры. Ребята, спасибо большое. Ребята уже паковали вещи. Эти? А, это не те. Точно, да. Скажи, Леха. Я же про других думал. Слушайте, а можно нарушить правила?